Национальная валюта продолжает стремительное падение. Вечерние торги на казахстанской фондовой бирже закрылись на отметке 287 тенге 9 тиин за 1 доллар. Это исторический минимум. В обменниках американскую валюту продают уже по 290 тенге за единицу. Валютный рынок заметно оживился с момента отставки главы Нацбанка и назначения нового. В понедельник руководство финансовым регулятором перешло 39-летнему Даньяру Акишеву. На фоне этих событий за двое суток доллар подорожал на 10 тенге. Национальный банк, который ранее, несмотря на политику свободного плавания, проводил интервенции и более или менее поддерживал курс, пока хранит молчание.